Всем привет, ребята, вы на канале MikoSver, ребят. Сегодня мы снимаем очередную РПшку. Сегодня, ребята, не-не-не, вы не подумайте, что у меня опять что-то директор попросил. Нет, ребят. Сегодня мы у этого директора уже сидели, пили с ним кофеёк, ребята. И сейчас мы отправляемся ко мне домой, ребят. А чтобы быть точнее, мы отправляемся, ребята, на базу. Сейчас будем брать у соседа один прицеп, ребята. Мой Т-40, который на базе стоит. Он уже поехал, ребята, в магазин. Там мы заказали сегодня, ребята, удобрение. Так что закупаемся сегодня удобрениями, ребят. И за кадром я буду удобрять все поля. Переживали, ребятки. И потом следующая РПшка будет посевная. Так что, ребята, все, ждите посевную. А мы пока будем, ребята, ехать на базу. Сейчас заведем нашего Жигулика. Завелся вот такой у нас красавчик. Так что, ребята, включим свет. И будем отправляться. Директор нас облагодарил. Заплатил нам, ребята, $1000. Это нормально, ребятки, так что копейка до копеечки будет, ребята, нам на что-то насобираем. Сейчас мы, ребята, едем на базу, будем брать трактора, наверное, возьму МТЗ-80, ребята, вцеплю прицеп и поеду. Будем грузить сегодня удобрения. Там разные, ребята, там не только удобрения, там и семена, и жидкое удобрение, и такое удобрение. Короче, мы купились нормально, ребят. Закупились, ребята, сразу вам говорю, закупились мы на 5500. Так что немного вот так потратили. Ну, ребята, думаем, что в этом году будет хороший урожай. У нас же в этом году уже не одно поле, ребятки, а два поля. Одно то, которое мы всегда убирали, и одно то, что нам дедушка дал, то, что мы, ребятки, сделали. Так что я отправляюсь на базу, ребят, будем садиться на МТЗ и отправляться. Прилетел я, ребята, на базу, вот, поставил свою 14 под навес, потому что сегодня вроде дождь обещают. Еще раз напоминаю, Т-40, ребята, уже стоит там в магазине и ждет. Я вот Федорович забрал, сказал, поехал, я тебе помогу. Будем сегодня грузить. Так что, ребята, сейчас я еду к своему корешу, соседу нашему близкому. Заводимся, ребята. Сейчас он немножко стартер прокрутит. Ну, думаю, видите, тут уже, ребята, написано вроде, ребята, если я не ошибаюсь. Вы, конечно, напишите комментарии, кто там супер тракторист. Но вот это, по-моему, ребята, передача на МТЗ, как переключать. По-моему, ребят, то ли я уже что-то путаю. Напишите, ребятки, комментарии. Так, что-то завелся этот аппаратик. Сейчас он, ребятки, чуть-чуть прогреется, ребятки, и будем отправляться. Ну, ребята, напишите комментарии, как вам вот этот трактор. Он мне так очень нравится, ребята, даже лучше, чем 1025. Ну, ребята, он не сильно такой мощный. Я бы хотел, чтобы такой бы сделали цветом МТЗ 1025. Именно с такой раскраской, СССР, 85-й год, или что это, ребята. Или нет, это цифра, наверное, в колхозе, ребята. Так что вот так вот. Вот такой вот аппаратик. Ну, я думаю, что подписчикам моим тоже нравится. Так что пишите, ребята, комментарии. Вот, ребята, это не опрыскиватель, а который удобряет почву, ребята. Так что будем за кадром это делать. А сейчас мы отправляемся. Садимся, ребятки, так. Сдаем, ребятки, заднюю. И отправляемся к соседу цеплять прицеп. У него, ребята... Прицеп очень большой. Я, наверное, не знаю, или потянет вот этот МТЗ, но я думаю, ребята, что он потянет. Если он культиватор, ребята, и плуг тягал на гору, так что думаю, что он потянет. Вот видите, мы вымыли, ребята, неплохо, он чистенький. Двери, ребята, у него немножко тут резинки такие зелененькие. Ну, он мне очень, ребята, нравится, так что, ну, что поделать, если он мне нравится. Вот мой, ребята, 1025 стоит возле ЗИЛа старого. Ну, а мы отправляемся. Приехал я, ребята, к соседу. Вон у него такой вот, ребята, прекраснейший прицепчик. Я же говорил, ребята, что он очень большой. Правда, он поставил его возле коровы. Корова, наверное, насрет на колесо. Вот такой, ребята, вот большой прицеп, ребята. Это уже можно почти сказать, как камазовский. Вот видите, ребята, можно даже ремнями его, видите, сцепить. Так что, думаю, тут у нас удобрения и семена поставят. Ну, хватит поставить. Так что сейчас я с ним договорюсь, что я буду у него взять прицеп. Он думает, что он мне даст, конечно, прицепчик. Потому что мы ему тоже, ребят, когда-то помогаем, и он нам бывает. Сейчас попрошу у него прицепчик, буду цеплять и отправляться. Все, ребятки, разрешил он мне добро. Сейчас я вот быстренько лечу, прыгаю, вот прыгаю, ребят. Потому что доволен, что мне прицепчик дали. Сейчас сажусь, ребятки. И буду цеплять этот прицепчик, ребята. Думаю, МТЗюк 80 его потянет. Так, немножко так, надо, чтобы в тележку его не заехать. Так, тихо, аккуратненько. Сдаем, ребята, заднюю и будем цеплять. Так, думаю, что нам хватит вывернуть руля. Так, аккуратненько, потому что прицеп, ребятки, чужой. Все, ребята, подцепили.
И теперь мы его, ребятки, тащим. Аварички работают, катафоты работают. Все, ребята, отлично. Все, тянем и отправляемся, ребята, будем грузить семена. Так что отличненько, думаю, РПшечка. Ребята, это РПшечка не от подписчика, а я сам, ребята, как придумал. Один подписчик, который прошел РПшку, ребята, я, кстати, снимал подписчика РПшечку, ребят. Так что в следующей РПшке я тебе обязательно передам привет, потому что сейчас я не помню, ребята, как тебя зовут. Так что в следующей РПшке ты мне напиши комментарий, напомни, чтобы я тебе передал привет. В следующей РПшке я тебе точно передам привет, который ты мне предложил, все. Вот, ребятишки, подъезжаю, вот видите, уже вот к этому магазину, у нас вот такой вот бригада там все свозит, ребятки, там, кому сено, кому шо, ребята. Вон, видите, вот мои такие вот поддончики, ребята, это семена я заказал, будем, ребята, сеять пшеницу, заказали канадскую пшеницу. Это, ребята, кто-то заказал, вон, видите, справа, это не мое, вот, ребятки, мое. Сейчас где-то трактором станем вот здесь, ребятки, вон, кстати, вон Т-40, ребята, уже Федорович меня ждал. Я с ним договорился. Сейчас мы, ребятки, будем открывать борта и будем, ребятки, грузить. Все, ребятишки, я вот поставил прицеп, открыл уже борта, наконец-то. Немножко долго это времени заняло, но вот такая вот. Видите, ребят, даже можно закрывать ремнями. Все отлично, хороший прицеп у друга. Я бы себе такой ББ, ребятка, купил. Ну, блин, нам он пока не сильно нужен. Ну, а сосед, он у нас дальнобойщик там, и ему такой прицеп пригодился. Так что, ребята, сейчас я сажусь, блин, что-то с языком сегодня. Вот эти буду, ребятки, поддончики. Сначала большие наперед, потом вот эти маленькие, сухими, ребята, удобрения. А его 4 заказал мешочка таких, или поддончик, как можно считать, семян пшеницы канадской, как еще раз повторяю. Ну, в общем, сейчас я, ребятки, открываю дверки. Заводимся, ребятки. Открываем, ребят. Сейчас, ребята, открываем капот, посмотрим, как-то нормально все. Ничего ли не потекло, ребята, потому что Т-40, ребята, это такой трактор, что, ё-моё, сегодня поездили, завтра он уже поломался. Ну все, вроде нормально работает, ничего нигде не течет, ребята, все, закрываем капот. Закрываем капот, ребята, и садимся, ребята, сейчас будем пробовать грузить. Сначала, ребята, загрузим большие наперед, чтобы на переднюю ось нагружать, а назад уже мелкие, так что нормально можно было, ребята, довести товар этот. Наши удобрения, ребятки. Так что сейчас будем, ребята, работать. Думаю, вам эта такая РПшечка прикольная. Придумал я, ребята, эту РПшечку очень спонтанно. Сидел, думаю, блин, надо же удобрение как-то, и решил вам снять, ребята, РПшечку. Сейчас я, ребята, опускаю, ребята, и будем, ребят, цеплять. Думаю, что Т-40 выдержит такой поддон. Так, цепляем этот, ребята. Так. Блин, за кадром, ребята, когда оно очень как-то легко цеплялось, ребят. С горем пополам, ребята, вот мы загрузили. Вот так цепили, видите, вот нормально. Вроде нормально, ребята, цепили, лапы вроде держат, отличненько. Так что, ребята, сейчас будем грузить наш прицепчик. Думаем, нормально все получится. Но, ребята, немножко поднять. Немножко надо, ребята, жопа прыгать. Передок так немного сел. Смотрите, как МТЗюк аж... Ой, какой МТЗюк? Т-40 так, ребята, прижало. Сейчас немножко, ребята, встанем вот так. И будем, ребятки, выгружать. Так, ребятки. Думаю, на эту сторону 2 поддончика влезет, ребятки, да? Так, тогда аккуратненько, так немножко заднюю и вперед, ребята, и потихонечку, так, вот, так, ребята, самый раз будет. Все, ребятишки, сейчас будем загружать мелкие поддоны, потому что с той стороны, ребята, еще будет один большой. А мы пока, ребята, грузим с этой стороны. Так что, ребята, не переживайте. Все нормально, я гружу. Ничего я не перепутал. Так, немножко поднимем лапы. И заезжаем, ребята, под поддончик. Все, поднимаем, ребята, поддончик. Это у нас сухие, ребята, эти, как они, удобрения. 2 мешочка я заказал. Отличненько.
Как раз вам хватит залять в этот опрыскиватель для удобрения. Сейчас, ребятки, мы поставим где-то вот сюда мешочек. Так, ставим, ребятишки. Вот так, ребятки, мы немножко загрузили. Сейчас вот уже грузим, ребятки, семена. Вот так, видите, загрузили. Немножко в этот прицеп, ребятки, не... Сейчас мы, ребятки, развернем наш тракторец. Потому что с другой стороны, ребятки, надо грузить. Сейчас он пока заведется, ребята. Мы пока развернем наш тракторец и будем догрузить уже с другой стороны. Развернули мы, ребята, этого зверя. Сейчас вот грузим. Немножко осталось, ребята. Мы загрузим, конечно, еще 3 мешка, ребята. Потому что у нас еще 2 мешка... Два мешочка, ребята, вот этого, ребята, это сейчас у нас семена, да, если я уже не запутался, да, ребятки, это семена. И один еще загрузим жидкие, ребята, удобрения, и все, а следующий мы, ребята, за кадром уже завезем. Так что, потому что все, ребятки, в прицеп не влазит, к сожалению, простите меня. Ну, такой вот, даже спасибо соседу, так, вроде загрузили. Так, давай, давай, заезжай. Не понял, что не влазит. Два этих... В общем, ребята, так мы подумали, ребята, вот у нас еще остался одна вот такая цистерна большая. И вот один, ребятки, я поставил, и второй, ребятки, я поставил. А это, ребята, кто-то оставил, вот это, ребята, не мое, это какие-то остатки, ну, брак, который пришел. Вот мое одно, и там, и два еще мое, вот, два и одна цистерна. Но мы решили, ребята, с Федоровичем не грузить, потому что прицеп и так уже много, ребята. Сейчас будем, ребята, закреплять как-то ремни пробовать. Да, сейчас попробуем закрепить, ребята, ремни, так, чтобы оно ничего не упало, ребятки. Ну, вот это, ребята, мы не сможем как-то закрепить. Сейчас еще, ребятки, попробуем вот так закрепить, я вам сейчас покажу. Сейчас мы залазим, ребятки. И вот так можно еще, и вот так вот. Так что, ребята, думаю, мы так отличненько вот закрепили ремнями, смотрите. Немножко завезем, ребята, а потом за кадром я все, ребятки, завезу. Мы это, соответственно, выгружать не будем. Сразу, ребятки, заляем все по техникам. Кто в севалочку, мы это с Федоровичем все за кадром сделаем. Приготовим севалочки, ребят. И следующая РПшка уже будет чисто тупо пассивная, ребята. Такие тяжелые будни пассивные. Так что, ребята, все, погнали. Закрываем, ребятки, борт и отправляемся на базу. Только что, ребята, ехал, еле поднялся, ребятка, на гору, чтобы мы, представляете, что мы больше, ребятки, загрузили. Думаю, еле выехали, вот. Вот так вот, видите, нормально мы ремнями скрепили. Сзади нас, ребята, Федорович едет, чтобы вы, ребятки, не переживали, где наш Федорович. Вон он, сзади, вон, далеке-далеке на Т-40, ребята, едет. Сейчас мы, вот, только разогнался неплохо, ребята. Сейчас мы будем... Ставить прицепчик, грузить, ребята. Будем ехать потом на удобрять наши поля. А потом, тем временем, пока Федорович подготовит нам севалочки, ребята. Ну, это мы все будем за кадром делать. И приготовим севалочки для посевной. И все, ребятки. И следующая будет очень крутая, ребят, посевная. Все, ребятки, вот мы приехали. Привезли вот такое вот сегодня удобрение себе на сезончик, ребята. Ну, еще осталось там половина на базе, то в магазине, ребят. Ну, мы завезем за кадром. Сейчас мы, ребятки, будем выгружать с Федоровичем. Сейчас мы, ребятки, выгрузим с Федоровичем, ребятки, за кадром. И будем наши поля удобрять, ребятки. Ну, а если вам такая серийка, ребят, понравилась, подписывайтесь на канал, ставьте, ребята, колокольчики. До новых встреч, ребята. Все, с вами был Микус ТВ, ребята. Всем пока-пока.